Богатых традициями двусторонних отношений, также важна для нас с точки зрения взаимодействия по линии Евразес, ДКБ, СНГ и так далее. Это очень важное направление нашего взаимодействия. Ну и, конечно же, сейчас стоит очень важная задача по дальнейшей реализации тех пунктов трехстороннего документа по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха, который был подписан.